Добро пожаловать на наш канал! Сегодня готовим омлет с колбасой в булочке. Для приготовления вам понадобятся такие компоненты. Срежьте верхушку булочки и извлеките мякиш, сохранив лишь тонкий слой толщиной примерно 0,5 см. Оставшийся мякиш тщательно обомните, прижимая пестиком или ложкой. В отдельной емкости соедините яйца и сметану. Добавьте 2-3 щепотки соли и молотого черного перца, а также 1-2 столовые ложки натертого сыра, мелко нарезанную зелень и 1 чайную ложку горчицы. Хорошо все перемешайте. В каждую булочку добавьте порцию нарезанной небольшими кусочками колбасы. Влейте подготовленную яичную смесь и добавьте 1-2 щепотки сыра. Поместите булочки с омлетом в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 15-20 минут до золотистого цвета. Омлет с колбасой в булочке готов. Приятного аппетита! Рецепт с пошаговыми фотографиями можно посмотреть на нашем сайте. Ссылка находится в описании под видео.